На погружение мы используем очень много разных препаратов. Основной препарат, который мы используем, это раствор Елены Сергеевны Солодовниковой, авторский метод. Его мы капаем пациентам в разведении от 10% до 50%. Это капельно. Иногда мы его вводим внутривенно шприцем. Сейчас мы ему введем 40% раствор. Будем капать медленно до первой реакции. Лежал. Не шевелится. Хорошо. Когда мы капаем раствор солодовниковый, мы обязательно меняем основную иглу, которая была в наборе системы, и ставим маленькую иглу. Вот сейчас у него хорошие вены, мы ему ставим 26G. Обычно у детей это 30G, 29G, взрослым 27. Вот у него сейчас здесь стоит 26G. Самое главное, когда мы капаем раствор солодовниковой, это должна быть у нас одна капля в 3-5 секунд. Капаем медленно. Обычно уходит на пациента от 50 до 100 мл раствора. И когда начинается реакция, то есть он чувствует, начинает озноб. Может быть, иногда при капельнице может быть боль по ходу, боль по ходу вены. Это нормально. И мы останавливаемся, и человека утепляем, закрываем, грелки готовим. И у человека начинается как бы основная реакция на препарат.